свидетель 25 оловянных солдатиков. Все сыновья одной матери, старой оловянной лошади. Значит, приходились они друг другу родными братьями. Это были славные, бравые ребята. Ружье на плече, грудь колесом, мундир красный, пуговицы блестят. Лишь один был не такой, как все. Его отливали последним, голову на него не хватило. Вот он вышел одноногий. Впрочем, он и на одной ноге стоял так же твердо, как и на двух. Он-то как раз и оказался самым замечательным из всех. Однажды наш герой стоял в карауле на столе, где было много других разных игрушек. Но лучше всего был картонный дворец. Когда все люди в доме легли спать, двери дворца раскрылись, и на пороге появилась очаровательная барышня. Она была танцовщицей. Одну ножку она подняла так высоко, что наш герой и не увидел ее сначала, и подумал, что красавица тоже одноногая, как и он. Вот бы мне такую жену. Да только она, наверное, знатного рода. Вон в каком прекрасном дворце живет. А мой дом – простая коробка. Да еще набилась нас туда чуть не целая рота. Нет, ей там не место. Хоть насмотрюсь на нее вдоволь. Тут ожили и другие игрушки. Поднялся ужасный шум. Только танцовщица и оловянный солдатик не трогались с места. Она по-прежнему держалась на одной ножке, простирая руки вперед. Он застыл с ружьем на плече и не сводил с нее глаз. Пробило 12. И вдруг раскрылась табакерка, а в ней сидел маленький злой тролль. Эй, ты, оловянный солдат, не больно-то заглядывайся на плесунью. Она слишком хороша для тебя, слышишь? А, ты не хочешь мне отвечать? Ладно, погоди до утра, ты меня еще вспомнишь. Наступило утро. Дети поставили оловянного солдатика на окно, и вдруг то ли это подстроил тролль, то ли просто потянуло сквозняком, кто знает. Но только окно распахнулось, и оловянный солдатик полетел с третьего этажа вниз головой, да так, что ушах у него засвистел. Минуты не прошло, и он уже торчал из земли вверх ногой, а его ружье и голова застряли между булыжниками. Что если крикнуть, я тут? Меня верно сразу бы нашли. Нет, это не пристойно кричать на улице. Все-таки я солдат, и на мне есть мундир. И тут хлынул дождь. Да какой? Настоящий ливень. Прибежали уличные мальчишки. О, гляди, что? Вон оловянный солдатик, где? Прояви его плавание. Смотри, плывет. Здорово, вчера. Здорово, плывет. Вода в
канаве так и бурлила. Лодочку кружила и швыряла во все стороны. Солдатик весь дрожал, но держался стойко, как и полагается настоящему солдату. Куда меня несет? Ах, если бы со мной была моя красавица, тогда мне все было бы нипочем. Из-под моста выскочила большая водяная крыса. Ты кто такой? Покажи паспорт! Паспорт! Держите его! У него нет паспорта! Паспорт! Но лодку несло так быстро, что даже крыса не могла угнаться за ней. И тут послышался такой гул и грохот, что любой храбрец не выдержал бы и задрожал от страха. Вода шумом падала вниз, прямо в широкий бурный канал. Лодочка завертелась, зачерпнула воду сначала правым бортом, потом левым. Эх, не видать мне больше моей любимой крысы. Прощай, моя красавица. И солдатик уже приготовился с честью встретить смерть в страшной пучине, как вдруг из темноты появилась большая рыба и проглотила его вместе с ружьем. Ну и темнота, да еще и страх, как тесно, теснее, чем в нашей коробке. Ну ничего, прижму-ка покрепче ружье, это вытянусь во весь рост. Я ведь солдат и должен держаться стойко. Каково же было удивление нашего героя, когда блеснул свет, и чьи-то руки вынули его из рыбы. А дело было вот в чем. Рыбу поймали, свезли на рынок, потом она попала на кухню. Кухарка распорола ей брюхо и увидела оловянного солдатика. Она отнесла его в комнату, чего только не бывает на свете. Он оказался в той же комнате, где жил раньше. Солдатик снова увидел чудесный дворец с прелестной маленькой танцовщицей. Он смотрел на нее, она на него, но они не обмолвились ни слова. Ты снова здесь, глупый, одноногий солдат! Не смей смотреть на Присунью, она моя, моя! Ах так, ну так получаешь! И вдруг один из мальчиков схватил военного солдатика и швырнул его прямо в камин. Наверное, этот тролль подучил его. Военный солдатик стоял, охваченный пламенем, и смотрел на свою танцовщицу. Он чувствовал, что тает, то ли от огня, то ли от любви, но держался по-прежнему стойко. Комнату распахнулась, сквозняк подхватил прекрасную танцовщицу, и она, как бабочка, порхнула в огонь прямо к оловянному солдатику. Пламя охватило ее, она вспыхнула, и конец. Тут уж и оловянный солдатик совсем развалился. Залу из камина и нашла маленький комочек олова, похожий на сердечко, да обгорелую блестку. Это было все, что осталось от стойкого оловянного солдатика и прекрасной Присуньи.